Всем привет! Сегодня мы потестируем и проверим работоспособность и заявленную емкость нового пауэрбанка от компании Arun. Заявлено 2000 мА ультра. Так, значит, у нас здесь есть 2 ампера, 2 ампера, 2 ампера. Так, то есть быстрой зарядки на нем нету. Что-то как-то тухленько. По идее, это должна была быть. Сейчас будем проверять, будем смотреть. Так. Ну, по весу он, в общем-то, такой нелегенький. Ну, что там такое? Заказывал на Алиэкспрессе. И смотрим, как все приехало. Приехало, мне кажется, все в отличном состоянии. Ничего не повредилось. Значит, о, смотрите, прикольные наклеечки есть. Панда. Так, инструкция на китайском языке полностью. Ультра X. В комплекте провод и пауэрбанк. Больше ничего нету. Это, конечно, не... Ну, хотя, в общем-то, больше-то ничего не надо. Так, а провод-то как мне вытащить? Проводочек вот такой вот маленький, микро-USB. Давно было бы... Пора перейти на Type-C, раз вы новую. А, кабель. Может быть, какая-то отдельная фирма. Вот так, его обратно. И он у нас вот так. Здесь у нас он немножко помят. Это, а, хотя нет, это не помят. Он пластиковый. Пластиковый, пластик, матовый пластик. Но такого качества, ну, не очень, я бы сказал. Здесь у нас... Глянцевая вставочка, тоже пластиковая. Сверху у нас есть раз, два выхода USB и один вход USB. Причем эти два выхода USB это разные. Они оба выдают по 5 вольт 2,1 ампера. То есть, ну, какой смысл вот этот делать? 2, ну ладно. Кнопочка включения показывает нам, что он заряжен на 88%. Так, ну теперь давайте сейчас мы его попробуем разрядить и зарядить уже, посмотреть, сколько в него войдет, и потом еще раз разряжу, посмотрю, сколько из него выйдет. Сравнивать я его буду вот с таким. Это мой один из любимых пауэрбанков на тоже 20 000 мА. Данный пауэрбанк поддерживает не только быструю зарядку, но и еще зарядку ноутбуков. У него выход есть USB, вот этот Type-C, вот, который выдает зарядочку даже, насколько я помню, не только на Xiaomi-шные ноутбуки, но и даже MacBook. Надо будет попробовать, кстати, его зарядить через данный Powerbank. Так, что у нас здесь? 12 вольт он выдает максимально и мощностью до 45 ватт. Вот, то есть, если 45 ватт вам достаточно для зарядки ноутбука, то вот этот пауэрбанк просто золото. Вот, давайте посмотрим, что за... чем отличаются эти два USB, есть ли быстрая зарядка и сколько емкость. Для начала проверим быструю зарядку. Так, подключим телефончик. Телефончик по-любому поддерживает быструю зарядку. И в данный момент он показывает, что нету быстрой зарядки по нашей... Так, идет свет. По нашему датчику он выдает чуть меньше 5 вольт и 1,2 ампера. А, да, 1,4 ампера. Так, теперь подключим это все дело к планшету. Так, погнали. 1, так, 2 ампера почти выдает. Так, чтобы видно было. И также почти 5 вольт. Так, ну это, в общем... Не очень интересно, раз он быструю зарядку не поддерживает. Давайте посмотрим, в чем будет разница, если воткнем сюда и воткнем сюда. Так, сейчас будет два устройства. Также быстрой зарядки нету. Но давайте посмотрим, что у нас по вольтажу выдает. Ну, если, конечно, только фишка в том, что он выдает по 2 ампера на каждый выход, ну, это... Ну, это да, конечно, хорошо, но... Так, 0,8 стало. Хм. Так, 1.
Телефон разряжен на сейчас 72%. Ну, давайте на планшет перейдем, попробуем, может быть, проблема в том, что телефон не сильно разряжен. В чем я, конечно, сомневаюсь. Так, и здесь у нас. Типа вообще нет зарядки, что ли? Давай, заряжай. Опа. То есть я могу выключить, включить его. Интересно, интересно. Вообще не идет зарядка. А планшет у нас показывает, что он заряжается при этом. У планшета сейчас по батарейке. Батарейка на 50% заряжена только. 0,5 ампера. 0,2, 0,5, да. Ну, 0,4 ампера. Ладно, давайте теперь проверим емкость данного пауэрбанка, потому что, ну, что-то как-то мне не очень нравится. Пауэрбанк полностью зарядился. В него вошло 19190. В общем-то, ну, можно сказать, заявленный объем. Единственное, когда я его разряжал полностью, ну, кстати, 100% показывает, полностью разряжал, осталось где-то 20%, я подключил телефон, и через 20 минут он показывал уже все, типа 0, полностью разряжен. Это мне как-то не очень понравилось. Либо вот здесь вот глючит дисплейчик, либо, ну, вернее, не дисплейчик, а вот этот процентный показатель, либо, не знаю, либо он реально так высадился быстро. Ну, не может быть в телефон, чтобы вошло 20% от 20 тысяч. Это, ну, это большое количество. В телефон столько просто не войдет. Вот. Теперь я это разряжаю таким же опытом, путем. Вставляю вот этот кабелечек сюда и буду заряжать теперь свое устройство. Как разрядится, тоже будет показано, сколько осталось. Ой, вернее, сколько из него вышло. Погонял несколько дней Powerbank. Смотрите, он сейчас полностью разряжен. 1%. При этом он дает 1 ампер и всего лишь выдал 14 500 миллиампер. Это, в общем-то, на 1/4 меньше, чем заявлено. Заявлено 20 тысяч. Так, где тут свет? Есть свет. 20 тысяч и все, полностью разряжен. Нолик показывает. При этом и пробовал несколько раз. Первый раз я просто не поверил, то, что он 14 тысяч выдал, потому что в него вошло 19 тысяч, ну, на выходе он 14. При этом заряд в 2 ампера у меня ни разу не было, хотя здесь заявлено 2 ампера. Вот. Ну, не знаю, может быть 2 ампера на 2, хотя здесь написано, что именно на каждый из выход по 2 ампера. И максимум, сколько меня выдавало, 1,3 или 1,4 даже с одного выхода, что с одного, что с другого, в общем-то, без проблем выдавало. Но заявленных 2 ампера, странно, что нету быстрой зарядки. Ну, даже не знаю, рекомендовать, наверное, данный Powerbank я не буду. Но ссылочку, конечно же, оставлю под видео. Если вдруг кому-то приглянулся и считаете, что это нормально, чтобы в него входило 20 тысяч, а при этом выдавалось всего лишь 14, то при том, что нету быстрой зарядки, при том, что, ну, не знаю, да, прикольно визуально показывает проценты, но это не столь важно, мне кажется, от Powerbank. И еще раз, да, когда у него остается мало заряда, он прям быстро, мгновенно высаживает. Вот сейчас я, перед тем, как садиться снимать, у него было 4%. Я приключил телефон, сразу нажал на камеры Play, и он сразу же показывает 1,0. То есть он сразу разрядился от телефона. От телефона. Ну, не знаю. В общем, я не буду его рекомендовать. А с вас жду, в комментариях жду ваше мнение по поводу данного пауэрбанка. Ссылочку там же оставляю. Ну и пишите, что думаете, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Предлагайте, кстати, новые пауэрбанки. Возьмем что-нибудь новенькое, потестируем, сравним с теми же пауэрбанками сегодня, потому что они реально тащат. Все, всем пока.